третья общая нумерация. Это я так маркирую. При декларировании на лондонском таможенном посту 25,2 тонн нефрита фирма в качестве разрешительного документа представила лицензию Минпромторга России на экспорт нефрита в Китай, указывающую на то, что минерал добыт на Куртушубинском месторождении Красноярского края. Однако в ходе таможенного досмотра оперативно-розыскных мероприятий, проведенной экспертизы, было установлено, что часть партии имеет более высокие характеристики, нежели указано в представленных документах. Кроме этого, во время досмотра в партии товаров таможенники обнаружили минерал жадеид, который не был указан в декларации на товары. Нефрит и жадеид включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, и за их незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность. Товар изъят. Бурятской таможне возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.